Привет, друзья! Такая тема. Продолжаю дорабатывать свою замечательную солнечную панель. Смастерил вот что. Вот такой уголочек. На него установил 4 клеммы, тумблерочек и регулятор напряжения. На выходе вольтметр. Как оно будет работать? Сюда я подам напряжение солнечной панели. 19 вольт. Плюс-минус. Далее на регулятор через вот этот тумблер. На выходе вольтметр и будет приходить на эти вот клеммы. Единственное, что, как говорится, мысля приходит опосля. Вот этот потенциометр нужно было установить на этой панельке, потому как отверткой будет не очень удобно. Нужно поставить обычные с ручечкой, но это как-нибудь в следующий раз. А сейчас мы это все дело распаяем, подключимся и проверим. И это паяем сюда, второй кончик, а вот сюда. Так, это у нас минус на регулятор, это плюс. Так, это минус, выход с регулятора. Второй конец. На клемму минус. Это у нас выход плюс. Так, припаяли. Замечательно. И это вольтметр. Это у нас минус. А это будет плюс. Что-то слабенький паяльничек. Кажись, порядок. Теперь прикручу к панели, подключусь и проверю, протестирую. И этот винтик вот сюда. Этот винтик вот сюда. И вот сюда соединяем и смотрим, что у нас получилось. На вольтметре 21,9 вольта. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Отмотаем до 6 вольт. Под нагрузкой тестировать не буду, потому что, во-первых, солнце не под прямым углом, а во-вторых, двойные стекла. Так, вот уже 9 вольт, 8, 6,5, 6,3, а ё-моё. Короче, 6,3 вольта. 6,32. Нормально, нормальненько, все работает, все просто, замечательно. Ну, а на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.